перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бодрость духа охуительный, брат. С утра он на гору залез, поспал чуть. Ну, на гору залез, он пожрал чуть это. Есть разговор. Я только по делу, брат. И ты это точно не делал, брат. Не, Не, брат, все не успеешь. Честно говоря, все не вообще мало чего успел, что хотел. Хотел на водных лыжах кататься, блядь, моя хуйня, ебашь, нормально. Ну, не до этого сейчас, думаю. Пойду с маской чуть. Ну, там, с маской поем баблам. Пожрать что-нибудь. Там какой-то барчик с бассейном, типа там All Inclusive бар, думаю, вечером туда зайти. You know. Нефти не, брат, это точно не. Сколько за отдых отдал? Брат, за эту хуйню отдал, ебать вообще. Но здесь нормально трачу. Вчера 50 евро снял. Сейчас, походу, 40 я сниму, ну или не знаю, 30. Ну посмотрим, сколько захочу, столько снимаю. Барички, если есть, да, дешевые, не знаю, брат. Вот мы залезли на гору и потом спустились, типа, в ресторан, пожрать в ресторан. То есть не какое-то кафе там горим, а в ресторан. Я взял два холодных чая, водичку и это, мясное ассорти. Ну и там девчонка что со мной взяла салатик с бифстейком и этот апельсины фреш свежевыжатый. Ну что такое мы отдали, блядь, братан, я не знаю. 13 евро, 14, хуй знает. Ну там чуть, конечно, чаевые пошло еще. Тут вообще, походу, не этот. Не привыкли люди чаевые давать, потому что я всем даю, как бы. Вот, и, бля, меня так встречают. Но я для этого даю, знаешь, братан, если в хорошем месте, как бы, люди стараются, ты им еще чаевые оставляешь, ты знаешь, ты туда вернешься. Это грамотный ход, ты туда приходишь, знаешь. Вот мы, например, там, тут на пляже такой дорогой кафе, да, мы туда пришли, попили там капучино, что-то бутер съели, мы оставили ему там пару-тройку евро на чай. На следующий день мы пришли, он нам уже водичку уже на халяву еще такую со льдом принес, и арбузика два. Понимаешь, брат, это, блядь, приятно, когда люди так относятся к тебе. Вот, и я как бы, блядь, ну, я люблю тратить деньги. Вот, надо тратить их тоже нормально, знаешь. Чаевые, это, блядь, очень важно. Я говорю, ну это только тем, кто заслужил, тот, кто не заслужил, никогда не дам. Хотя до этого мы тоже зашли в кафешку, там пиздец сраные бутеры какие-то.
15 евро не заплатили за два голимых бутя. Я попробовал, говорю, бля, они ужасные. Но я им просто отнес, как бы я не собирался деньги обратно брать, просто отнес и говорю, они что-то не свежие. Он вернул все деньги, там все хуйня. Слушай, как бомжатники, нет, брат, ты ошибаешься. Про батл с типсетипом. Ну, брат, ты-то что, ты организатор или что, у тебя батл-площадка? Ты вообще что ты взял, что типсетип захочет со мной батлить? Понимаешь? Крема от солнца. Нет, брат, это для баб. Я, бля, видел, какой черный стал. Пиздец, брат. Сам в ахуе. Сколько с Окси знаком? Ну, брат, лет 5. Точно. Ну, как бы, что значит, так, мы переписывали еще, когда он в Лондоне был, как бы. Окей, бэкграунд там, что-то. Папа обсылал, да. Что думаешь по поводу Ермака? Да ничего, особо я мало чего про него знаю, брат. А, помимо того, что у меня должен был менеджер быть, а с парнем начал работать, в итоге он убежал от закона, короче, на Украину, и сейчас работает, по-моему, с Ермаком, я, насколько я знаю. И в директе, по-моему. Брат, ну, короче, в директе не я сижу, там зайдет человек ответить. Если ты по делу, то как бы все дойдет до меня. С кем собираюсь работать? А с кем собираюсь работать, не знаю, брат, я. Вот сейчас пару фитов хотел с Алфавитом и с Кизару записать, как бы. Вот с Мози Монтаной. Все те же. Братуха Хацкель, само собой. Как. Сколько тебе платят за батл? Брат, ну по-разному. Вот последний батл нам предлагали за 300-400 тысяч рекламы. Сейчас мы отказали, нахуй бесплатно вам дали. Здорово, Арчик. Знаю, вышел бы на бой, брат, ну эту тему обсуждали уже 30 раз, как бы, бля, ни с кем он не выйдет. Че, фильм снимали, да, снимали фильм, я там небольшую роль, надеюсь, мой трек про Леху возьмут, как бы, в этот фильм. Здорово. Брат, я Свети Стефан. Охуительно. Такое дерьмо, блядь. Женский футболян, блядь. Ну, чемодан так и лежит, бля. Бля, да у нас шмоток нахуй не надо брать, бля. Кроме шлепок, плавок и белой футболки, блядь. В которой приехал, потому что она белая, как бы ни в чем не хочу. Но их, походу, напрягает, что, знаешь, здесь без майки ходишь, бля. Я прям в первый день хожу, а они в каждом магазине такие, типа, в следующий раз майки одевай. И в ресторане там майку. А вот когда я ехал в автобусе, ко мне вот этот черногорцем зарамсил, я хуй знает что, мне кажется, ему русский, конечно, не нравится, но мне кажется, что подтолкнул то, что я без майки. И они же как на мои татуировки так смотрят, хуй знает. Со Стас Борецким, далеко, брат. Свети Стефан, брат, отдыхая. Приезжай ко мне в Нью-Йорк, ну, братан, напиши приглашение. Я там, брат, там 5 лет жил, как бы. Я-то с удовольствием, брат, я там знаю много чего. А к Барсу, Олег, ну вот я думаю, я приеду, короче, в Москву, и осенью можно Барсу сгонять, там уж как с бабками, с концертами будет, с альбомом. Здорово, хакер, и волосы на груди. Брат, ну не растут у меня на груди, что я могу сделать, только у тебя они растут. Когда батлить будешь, брат, не знаю. Есть, кстати, одно предложение осенью побатлить, но ну, там еще много но, и пока ничего не ясно, и то и точный соперник нужен. У меня есть одна идея, но не хочу говорить, потому что тогда придется мне сразу садиться и готовиться, а я хочу поотдыхать и вам еще одно доделать. Что за биф с комментом? Да никакого биф с этим пидором нет, просто, блядь. Я вам просто напомню, что, блядь, никто не забыл, что ты про мою мамку там, блядь, писал на весь этот, блядь, я им давно об этом говорил, он мне там пишет, братка, я говорю, нет, ты мне не брат, блядь, как бы, блядь, ну ты, блядь, при встрече пизды получишь за эту хуйню просто, вот все, ну ничего такого, как бы, блядь, пацаны получают пизды каждый день, да?
Как бы, ну, что он думал, он там, блядь, чужих матерей, вот он угорает перед мелкими, себе хайп, какой-то хайп этим набивает. Ну, за мою мамку ты не набьешь себе хайп, братан, понимаешь, ты только пизды получишь, вот все. Как бы, ну, а как еще к нему относиться, к этому, блядь, любителю хуев? Как относится к Гарри Топору? Гарри Топор вообще ровный парень, и благородный, и добрый, я не знаю, вот, он кажется таким жестким, но на самом деле... Очень открытый парень, очень, ну, не знаю, мне как легко общаться с ним, с такими людьми. Очень приличный, открытый, все с пониманием ко всему относится, даже вот к людям, которые вообще другие. Вот, большое уважение ему и Тонику, как бы Тони Раф. С Хэллоуином кореша, ну что значит кореша, ну мы как бы видели, что ровный парень, да, вот на батле с Миксом, вообще ровный парень, как бы, вот. Я не думаю, что буду там как-то это снимать и выкладывать. Нет, это просто между нами, просто пиздепал, знаешь, вот. Да, техник, блядь, что ты думаешь, ты, блядь, вот так вот это все, ну, сразу надо отвечать, блядь, так я раз. А сколько-то это, значит, 3-4, ну, штук 4, да, вот думаю, дойти сегодня, блядь, ой, сегодня, а осенью, и добиться, да, здесь полностью. Хочу здесь братуху выявить молодого, короче, да, вот первым делом. Думаю, по приезду этим займусь. А как накачаться, брат? А хуй знает, я, ты знаешь, я сам дрыщом был. Да и сейчас до сих пор, в принципе, дрыщ, блядь, знаешь. Вот, но как бы... Ну, я был вообще пиздец, как вот эти вот сейчас тут показывали велосипедистов. Вот я такой был, пиздец. Правда, ты берешь, короче, ходишь на турники просто каждый день на брусья. И доходишь до того, что 20 кило кладешь себе в портфель и как бы делаешь брусья на турник. И я тебе скажу, брат, что-то у тебя прибавится, я тебе обещаю. Как бы ты не можешь как бы делать там, знаешь, 15 раз, блядь, 6 подходов, 15 раз на брусьях с 20-кой и там 10-кой, и там подтягивание, я с 20 дрыщем. У тебя что-то будет. Слава Черногории, брат, ебой. Я мои 7 косарей. Они у меня, лох, приди и забери их, чмо. Спасибо, солнышко. Почти так же прекрасен, как ты, детка. Слава Украине, слава России, слава Черногории. Слава миру во всем мире, да? Так, блядь, не слава пидорасне, блядь. Сейчас концерт молока, я видел, ты там молоко варишь, брат. А не рано ли, блядь, ты, ну, для Монаги еще? Тебе там мусора накроются, ты хуйня. Откуда появилась такая фишка? Я не знаю, мой братуха Бабу, как бы, мы с ним постоянно гоняли, у нас была такая маза ей, как-то мы так ебой на само выросла. Знаешь Рогату, да, хорошо знаю, всего и хорошего, она всегда меня поддерживает, я тоже стараюсь ее поддерживать. На концерт приеду, да, 31-го концерт в Москве, приезжайте обязательно, короче. Там все наши будем качать, делать вещи. Как тебе статья «Экстремизм»? Не знаю, брат, ко мне этого отношения не имею, знаешь? А я говорю, здорово, Арчик, как сам, брат. Я за мир во всем мире, я всех люблю, знаешь. Кроме пидоров. Кроме техники, да. Арчик, брат, я вообще сказочно на отдыхе. Вот только парней вас как бы не хватает. В следующий раз надо все вместе ехать, бля, пиздец, сказка. G-Club, 31 августа, в Оренбург надо заехать. Ебой. Вдруг начал делать рэп, чем занимался, братан. Ну, я играл в баскет и катался на роликах, типа, агрессивно. Знаешь, эта хуйня тогда была, ну, модно, как бы. Ебуарчик, 31-го увидимся. Ну, я, как бы, лет в 16 такой подумал, чем надо, во что уйти полностью, в баскетбол, ролики или рэп? Я так подумал, знаешь, рост у меня не баскетбольный, ролики как-то несерьезные, а в рэпе у меня действительно какой-то... Я лучше других в чем-то есть. Став тут есть, брат, как бы.
Fuck with you, boy. Ставь есть даже шишки черные, брат. Ты знаешь, я же против как бы всей фигни, но, блядь, на отдыхе можно. Да, в Брянске был я недолго, блядь, обидно очень, ну, недолго по времени был в центре, прогулялись, там очень чистый народ, ну, как бы улыбается, солнце светит, классно было. Каково жить в Нью-Йорке, брат? Ну, не знаю, я был мелкий, как бы, и не успел так полностью насладиться всеми, как бы, так сказать, всеми вещами, которые предлагает Нью-Йорк. Ну что, ну как мелкий, я там тоже на ролике катался, на скейте. Играли в баскет, там все в баскет играют. Играли в бейсбол, американский футбол, как бы. Там жрать, да, жрал. Как решился с фараоном? Да никак, я как-то видел, просто много, когда он начал хайпить, вот, я все... Я приехал к Хэви на студию, и я говорю, вот этот чувак, говорю, вот это, мне кажется, будущее, типа, ну, у него большое будущее, типа, будет в русском рэпе, он такой, типа, блядь. И Хэви говорит, а ты знаешь, что они тебе там все респектуют, там вся хуйня. Я говорю, не, вообще такого не знаю, как бы, и вот так вот мы как-то списались, встретились там. От души, брат. В пизду жару большое будущее, да, брат. Халло. Заронем, нальем, насыпем. Спасибо вам. Я вас всех люблю вообще. Вот, да, приезжайте в Черногорию. Что, следующим летом, да, все едем сюда, да? Тут вон я узнал, тут что-то 500 евро, короче, лодка на весь день туда, блядь, человек 50 можно нахуя, представляете, что там можно, блядь, сделать, на лодке, там до островов можно на нихуя, плыви туда, нигер. Фейс у меня бабло просил, нет, у меня бабло не просил, блядь, я просто угарно там вел какое-то интервью такое. Там Фейс показывает, Фейс такой, типа, бля, не гоните за материальной хуйней, типа, там, за всеми этими вещами, такой, а ты сам, ну, я в ремне Луи Виттон за 30 тысяч, бля, ты же сам слышишь, что ты говоришь? В Самару, думаю, доедем тоже. Когда с алфавитом выйдет, да вот, я закину брату, говорит, очень помедленнее, как бы, ну, вот я приеду просто до МСК и закину брату сразу там треков. Кто просит фоткаться, да не, никогда. Я наоборот очень уважаю всех, кто, ну, как бы фоткаться и хочет, и стараюсь со всеми сфоткаться. И после концерта, блядь, ну, я говорю, доходит до того, что уж просто стоишь и как бы готов упасть, аж блевать хочется. Ну, знаете, просто обезвоживание, дышать нечем, и все равно со всеми всегда отфоткаюсь, все знаю. С некоторыми по три раза, как бы. С Нойзом, не общаюсь, брат. Кому сердце не приязнь? Не знаю, неприязнь, знаешь, такой дешевый хайп, знаешь, там, сын проститут, ну, такие вот всякие, знаешь, там, ну, как гнойный, там, знаешь, мать ебал, ебал, знаешь, как будто ебал, ты себя видел, твоя тёлка похожа, блядь, на чебурашку алкоголика, блядь, кого ты ебал, нахуй, ты, блядь, богатый, известный, ну, как бы богатый, известный, звезда, да у тебя все равно тёлка нет, ебать, ну, как так может быть? Как бы, вот, ну, реально, вот ни одна нормальная девчонка не скажет, что я там, мне нравится гной. Ну, я отдыхаю в Черногории. Вот. Как бы, ну, если есть там же девушка, которая нравится гной, не злитесь на меня. Ну, я думаю, такого не будет. Ну, почему-то очкам просить фото. Да не, брат, не очкуй, фоткайся. Лестик очень добрый парень, как бы. А, брат, все пытаюсь успеть прочитать твое. Что-то доехать до Святи Стефан сфоткаться, братан. Я сегодня поеду, еще буду, говорю, в этот, в этом будем он инклюзив бар с бассейном, хуй знает, хотели туда зайти. Не, ну как бы если там можно так зайти чужому, как бы. Там видно закрыто, ну думаю, тоже пойти, нахуярить коктейль, там, значит, секс на пляже, хуйня. В бассейнике окунуться.
С Букером отлично отношусь. Мы с ним виделись на этой на вечеринке после Versus Газа. И, кстати, он меня спрашивал за фит, и я ему говорю, братан, да вообще с удовольствием так легко, блядь. Главное, если старичок понравится, как бы. Букер вообще душевный парень. Несмотря на то, что я его много как бы подъебывал в батлах, но, бля, вот я говорю, вот это ровный парень. Просто может подойти спокойно, он видит, что это батл рэп, ничего серьезного. И мы сели с ним нормально, общались, как бы вообще всего самого хорошего ему. Ну, ну, по-любому на батл. Конечно, победил, братан. А ты как думаешь, почему не соглашается? Да он же не согласится, все, как бы. Он вот как есть, он так вот, знаешь, потихоньку, потихоньку погаснет, брат. Ну, как бы, каждому свое, брат. ФСЭ приедут же. Куда, брат? В Черногорию? Братан, а как бы, вообще здесь охуенно. Говорю, вот шишки черные, брат. Ходишь по Будве, девчонок пиздец, как бы очень много, все очень такие, очень симпатичные, знаешь, такие открытые, все смотрят, ну, типа того, и как бы, бля, если ты там, если вы хотите компании парней поехать там, знаешь, типа тусить, там, музончик на пляж с девчонкой, там, бухать, блядь, охуительно. Ну, прям они ходят, как кобра на тебя смотрят. Не, я не женат. Но здесь я отдыхаю с девушкой, типа там. Как бы, да, мои друзья, что-то нет, не поехали. Пока вот в следующий раз сказали, да, все мы едем, брат. Просто мы так спонтанно поехали, конечно. Да, как отдыхать без девушки? Нужна красивая девушка для отдыха. Брат, я пока из Черногории, я приеду только 27-28. А Дуня, он снимает влог. Вот, кстати, да, с ним бы тоже очень хотел бы совместку записать, братан. Он как бы... Дуня сейчас влог делает. Я ему говорю, тебе надо к влогу еще альбом выпустить. Все ждут твоего альбома. Да и как бы можешь сделать охуенно. Если он пока, он, я не знаю, пока Дуня ждет, я лучше с ним его возьму тогда на свой альбом. Сестра табаку, нет, ты гонишь, брат. Это девушка, которая со мной отдыхает. Мы с ней проводим время, я так скажу. А остальное, как бы, это, блядь, останется за кадром, я не знаю. Откуда Дуня появился? Ну, Дуня, он был рэпером еще до меня, как бы. Когда вот я начинал, рэп Дуня был еще уже звездой. И вот мы ездили еще когда по России, там, ну, по разным городам. Дуни пиздец обожали все вообще. Эти девчонки на него прыгали. Дуни красавчик вообще. Я так не было. Мне весело ни с кем выступать, как вот с Дуней. Ну, он и фит предложил. Да, если бы он талантлив был. Если бы он сделал реальный как бы трек. Но если бы он достучался до меня. Потому что до меня сложно достучаться. Знаешь, как надо достучаться? Ты должен быть рядом с чуваком, да? Ты просто ты ровный пацан, да? Вот тебе надо показать сначала, что ты ровный пацан. И тогда такие, блядь, ты можешь рэпчик, а ты такой, блядь, я хуярю, ты такой, да ну нахуй, знаешь, и ты захуяришь, и все, вот это да. А так, знаешь, все такие, бля, Лобик, послушай, вот это, я уж такой заебанный, брат, да может не будем, как бы, может дашь мне спокойно пивка попить, как бы, понимаете. Бой. А, на Дуне тоже, да, блядь. Ну, как бы, ну, получше, да ничего с ним страшного не случится, как бы, ну, пару подзатыльников получится, да ничего, не стоит из этого, как бы, блядь, ну, что-то такое раздувать, как бы, ничего серьезного, просто, ну, как бы, ну, серьезно, ну, Пашу страшно бить, как бы, бля, хуй, ну, знает, видели, он как такой, ну, знаешь, вот даже бить, как бы, ну, хуй знает, потому что он откинется, хуй, походу, блядь, со дня на день. Киевстонера. Нет, я не знаю, что это такое. В каких отношениях с рыночными отношениями, братан, ну сейчас ни в каких, как бы, вот после их неудачи, как бы,
Насколько я знаю, Бразик еще закрыт. Как бы. Но мы не особо как бы вообще общались. То есть мы знакомы, как бы, и я желаю ему всего наилучшего, как бы, и ну, просто мы не настолько близки, как бы, были, чтобы прям общаться. Мы как бы записывали тречок, там был пару раз, там, ну, у них своя туса, у нас своя, понимаешь, как бы. Всего им как бы хорошего. Фитас Драк, да, надеюсь, что запишем, бля. Я вам выцвел, пиздец, да, светлым стал. Вот. Так что, да, повторяю, еще 31 августа будет концерт в Москве. Приходите все, будут новые треки. Я сейчас дропну вам еще трек или два до концерта. Это будет грязь полная. Но вот с этого нового альбома, который называется «Моя среда обитания», он, походу, выйдет в октябре. Все для вас, 31-го буду делать вещи. Жду всех. Е-бой. Yeah,